За 2020 год на железнодорожных путях в Тверской области произошло 24 случая травмирования людей. 18 из них со смертельным исходом. Наиболее травмоопасные участки путей на станциях Тверь, Завидово, Редкино, Дорошиха и Лихославль. В абсолютном большинстве несчастных случаев люди получают травмы по своей вине. Часто, желая сэкономить несколько минут, переходят железную дорогу в неположенном месте. А дорога пренебрежение правилами безопасности не прощает. Извините, вы знаете, что здесь опасно ходить? Знаю. А ходите сами? Ну, хожу, потому что если бы была там вот разминочная. Просто здесь больше негде ходить, да? То, что этот импровизированный переход через железнодорожные пути в районе Красной Поляны Комсомольской рощи не санкционирован, знают почти все, кто этим переходом пользуется. Периодически здесь появляются предупреждающие об опасности таблички. Мы регулярно здесь и завариваем равносечатые ограждения, и вешаем информационные таблички. Совсем недавно перед новогодними праздниками здесь был произведен ремонт равносечатого ограждения и вывешены 6 информационных табличек. 3 с одной стороны, 3 с другой стороны. Сейчас вы наблюдаете, что все открыто и информационных табличек на месте нет. Чем, по-вашему, должно закончиться все-таки это дело? Не могу вам сказать. Это прежде всего непорядочность людей, которые портят имущество УАО РЖД. Но здесь реально опасно. Да, здесь очень опасно. Ходят высокоскоростные поезда, у которых скорость более 200 км в час, и это может привести к несчастным случаям. Один такой случай произошел в минувшем 2020 году. Девушка, решив сделать селфи, прошла через переход и была задета проезжающим поездом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Спасибо врачам, спасли. О реальной опасности существующего у Красной Поляны несанкционированного железнодорожного перехода в начале этого года узнали в Москве. К московскому межрегиональному транспортному прокурору во время приема граждан обратился житель Твери. Поступило обращение одного из жителей, который гуляет здесь со своими внуками, о том, что имеется проход, которым пользуются постоянные, который представляет опасность для детей, которые убегают вот из места отдыха и могут проходить здесь. Обращение встревоженного тверетянина инициировало очередную прокурорскую проверку. На место вместе с Тверским межрайонным транспортным прокурором выехали представители Тверской дистанции пути, в чьем ведении находится этот участок железной дороги, и сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь. Транспортная полиция. Дело здесь, что нельзя ходить и закрыть все калитки. Все срывают таблички о том, где что проход на месте. Заварены калитки? Это калитки для железнодорожников, для нет, работы. Это для людей, которые ходят в больницу на работу, в дом отдыха на отдых. На ту сторону, на автобусы, здесь всегда ходили люди. Граждане пользуются данным местом прохода в связи с тем, что он удобен. Говорят, что на Дорошиху идти далеко, однако это место очень опасное, поскольку здесь скоростной проход. По словам Матвея Степанова, ситуацию мог бы разрешить новый пешеходный мост, заявку на строительство которого должны инициировать местные власти. Но пока мост только на словах, а через переход, рискуя жизнью, продолжают ходить люди. Пусть риск, зато удобно. Знаки должны быть поставлены, прокуратурой будут приняты меры реагирования, обязывающие выполнить соответствующие действия РЖД, а полиция будет ориентирована на дальнейшую постоянную работу в данном направлении.